Вот. Вот народ идет из храма. Субботнее богослужение кончилось. Батюшка идет. Вижу Васильевна. И как раз гонят коров в 7 вечера. Вот эти отпаслись, напитались. Видите, какая картина. Как это возможно в городе увидеть? Никак. Ну, Веня идет. Алабай. И Ерема. Вот Ирина. Идут с Анфисой домой. Из храма Божия. Вот они бегут. Это Игорева техника. Два комбайна стали. Стали. Урожай все собрать только. Стоит хорошая погода. Они не вылазят тут день и ночь. Сырье ломается. А нового нету. Показать, какие хорошие коровы у нас. С Алабаем идет. У нас не только коровы, так, люди хорошие. Так, ты сейчас быстренько переодевайтесь и бегом сюда. Убирать тыкву. Сказали, заморозки будут. А где у вас тыквы? А? Где тыквы? Тыква на Саманном. Ага. Там-то накатали тыкву, я не знаю, там завалили все тыквами. Это я посадил. Но... Там ну, все это в прихожей, там все закатали. Ну, ими. Так теперь еще привезем, ну, дадим людям. Всю жизнь, всю зиму будете тыкву, ну, семечки щелкать. Скажем, кому надо, дадим. Так что Николай еще учебные дела свои решает. Ну, вот так. Да. Корщина нет учительницы математики. Звонят, просят Елену, чтобы Елена помогла что-то. Я говорю, как ты будешь ездить? Ездить это еще? Да никак. Никак. Я говорю, нет. Это только разговор. Только по интернету, если там это, по интернету, ну, вот придавай и все. По математике-то я бы мог им подарить. Я хочу предложить. Вот любимый предмет, пятерки у меня сплошные. Сейчас я скажу, Лене. Елена Анатольевна.